Здорово! В мире отсняты тонны видеоматериалов о пользе презервативов, но людям нужна наглядность. Поэтому есть у меня для вас пара видосиков, герои которых прямо кричат о пользе этих волшебных резинок. Погнали! В этом выпуске ленивое кунг-фу, кошачий водевиль, полиция моды, царевна и поридж и многое другое. Бытует мнение, что если мужик находит себе жену, то теперь на кухне его всегда будет ждать вкусный обед. Но мы же все тут взрослые ребята и прекрасно понимаем, что в реальной жизни все происходит чуточку иначе. Приятного аппетита! Катюха наготовила. Это у нас... Я не знаю, что это. Это капуста. Это лук. Обратите внимание вот на это вот. Ну вот это я даже не могу предположить, что это. Это что за вообще? Наготовила. Господи, боже мой! Это самое отвратительное, что я когда-либо видел. Как? Ну как можно готовить супец без зажарочки? Сволочи поганые. Ну и, в принципе, голова утки там тоже была немного лишней. Ну что это? Вы, кстати, слышали этот звук? Походу, оператор едва сдержался, чтобы не добавить в бульон пару новых ингредиентов. Блин, да глядя на этот шведский стол, у меня возникает стойкое ощущение, что его Катюха с другой планеты прилетела и очень плохо маскируется. Катюха нажала. Готовила. Это у нас... Я не знаю, что это. Это фиаско, братан! Хотя даже и нашопотянин не смог бы приготовить настолько плохо. О! Вот это вот нормальный супчик. Жаль только, что самой виновницы торжества в кадре нет. Мне, допустим, крайне интересно, куда ее шеф-поварский гений собрался нарезанный лучок применить. А там какой-то волосок в жопе торчит. Мне не нравится, мне противно. В любом случае, оператор пусть не расслабляется. Ибо я уверен, что его Катюха исчезла не просто так. И вскоре вернется с новым охренительным рецептом, который она позаимствовала у соседа. Яблоки в курином бульоне. То, что жабы после поцелуя не превращаются в принцессу, вполне очевидно и понятно каждому. Но вот этот парниша таки решил затестить эту теорию на личном опыте. Царевна и поридж. Возможно, это любовь. Нужно проверить. Ну что, проверил? И как? Ну, вкусно. Сука, ему же по-любому пара капель этого золотого дождика на лицо попала. Да ты чё? Это мерзость. Походу, лягуха натурально сквиртла пустила от такого горячего поцелуя. Утром у меня вышла черепаха. Блин, кажется, эта шутка была слишком сложной. Но если вы ее поняли, то я вам... Просто похлопаю. Кстати, кто-нибудь вообще подумал про чувства лягушки? Это ведь, между прочим, была практически попытка изнасилования. Вы только представьте, как это все ее глазами выглядело. Фу! Неудивительно, что она произвела атаку последней надежды. Ясу. Короче, я считаю, парень не прав. Ну, не стоит искать свою любовь таким вот образом. Ну, а если уж он решится пройти этот путь до конца, то так уж и быть. Подскажу ему одно местечко, где гораздо больше шансов отыскать свою принцессу. О май гад! В резюме охранника есть два пункта, которые прям железно обязательны при приеме на работу. Первый – это иметь серьезный вид для поддержания статуса. А второй – всегда держать язык за зубами. Сонная работа. Ох, ты ж ни хрена, мужик чётенько уснул. Жаль, камера не позволила услышать, что там по ту сторону стекла происходило. Прикиньте, какие смешные звуки он на выходе издавал. Мне кажется, оператор вообще его спас. Охранник бы тупо помер от обезвоживания, если бы и дальше так спать продолжил. Как живой, ну сука, не живой! Ну или вовсе без языка остался, если бы кто-нибудь постучал по стеклу чуточку сильнее. Что он вообще там охраняет? Крепкий сон? Причем не чей-то там, а свой, любимый. Ты сверло. Ну или все намного проще. На самом деле чел на двух работах трудится. И тупо после предыдущей смены в себя прийти не успел. Yeah.
Ну что, соскучились по очередному брейнфаку? Тогда на этот случай у меня завалялся видосик, который лишит ваш мозг покоя на очень долгий период времени. Ну или хотя бы на следующие пару минут. Голубь и голый мужик. Вот голубь. А вон голый мужик с шиной. Моет ее. Он жопа торчит голая. Че, сука, за день сегодня? Да уж, тут не прибавишь, не убавишь. Хотя мне, конечно, все же хочется кое-что спросить. А именно, что, мать вашу, там происходит? Не знаю. Зачем голый мужик моет машину в канаве? И почему он голый? А вон голый мужик с шиной. Моет ее. Я худею в нашем зоопарке. Да в чем вообще сакральный смысл делать это голым? Чтобы не испачкать одежду? Ну что насчет психики окружающих, которые вынуждены эту картину наблюдать? Ее-то уже ничем не отмоешь. Жопа торчит голая. Оу май. Но главная изюминка видоса, это, конечно же, напарник нашего водилы. Вот голубь. Сука, ну что там делает голубь? Зачем оператор подобрал едва живого голубя и поставил его будто талисман под лобовуху? Чтобы было с кем поговорить? Че, сука, за день сегодня? В натуре! Или он реально его сменщик, вот и отсыпается после ночи за рулем? Лёд! Вот это сдох четко! Ладно, я не знаю, что мы сейчас увидели, но мне понравилось. Я бы с удовольствием глянул фильмец про то, как мужик путешествует с голубем по миру и наталкивается на всякие интересные странности. Ну вот, на такие, например. А тут еще дед на каблуках идет. Такого я еще реально не видел. Это просто жесть. Наверняка все наслышаны про так называемые диванные войска, но мало кто видел их в действии. Ибо они не оставляют свидетелей. Но в этот раз что-то пошло не так, и на свет появилось данное видео. Ленивое кунг-фу. Что за хрень там происходит? Этот сидячий злыдень избивает беззащитного пацана на глазах у кучи людей, и никто из них даже не пытается прийти на выручку. И это он еще со стула не поднялся. Вон, только поглядите, как он бедного пацана одним пальцем чуть насквозь не продырявил. Палку давай! Палку давай! Как называется это мастерство? Школа мягкого кулачка? Тактика боевых поглаживаний? И что круче? Такие вот выкрутасы? Я тебя сломаю, придурок. Или старый добрый прием от вот этого яичного мастера? При подходе сзади. Вот моя рука. Оп, куда должна выходить. Видите? Ладно, вопросов много, ответ, скорее всего, один. Все это... фальшивка. И максимум, с чем может бороться наш милый Винни-Пух, так это с лишним весом, и то не вполне успешно. Да-да. Ну или зря я на дядьку наговариваю, это такая школа киношных дублеров. Вот ребятки и обучаются, чтобы в следующем фильме Стивена Сигала не залошить. Сейчас на ваших экранах настоящий рукопашный бой спецназа. Похоже на каскад трюков. Но посмотрите в замедленной съемке. Это ведь физика. Йога, безусловно, вещь полезная. Но кто ж ей будет заниматься в бесконечном режиме работа-дом, работа-дом? Но вот этому мужику таки удалось выкроить свободную минутку для укрепления своего здоровья. Трамвайная йога. Ох ты ж, ё-моё! Да он же натурально калачиком свернулся. И я надеюсь, он знает, как развернуться в прежнюю форму, ибо сейчас все это выглядит максимально крипово. Как живой, ну сука, не живой! Блин, я в упор не понимаю, как ему удалось принять эту позицию. Да у него даже кепочка с головы не слетела. Что с тобой, Вася, ты что гонишь? И более того, чувак в этой позиции уснул. Уснул как младенец. Неужели это может быть удобно? Вот это попробуйте, попробуйте. Я не пробовал. А может, чувак акробат и возвращается домой после сложной тренировки? Ну а по пути бухнул мальца и решил лишний раз отрепетировать позицию пьяного журавля. Вот это типа вообще замкнуло. В любом случае, респект мужику. Занял всего одно место и никому не мешает. И за это ему жирный, прям жирнющий лайк. Красава, братан, красава! Что, сидите там и считаете, что ваши финансовые средства в полной безопасности? Интересно, а сможете ли вы думать так дальше, после того, как взглянете на работу вот этого хакера? Киберпреступник! Ну как, уже страшно? А он ведь там и до сих пор стоит и подбирает пароли к вашим аккаунтам. Деньги давай! Давай деньги!
нет. Ну да, это криминал, а что поделаешь? Былые методы обогащения остались далеко в прошлом. Вот это ништяк. Потому-то ему и приходится высокие технологии осваивать. Хотя выглядит оно, конечно, так, будто старец кому-то сообщение набирает. Но у банкомата ведь нет буквы, только цифры. Получается, это шифр? Старичок, идем на пикничок. Я буду вовремя. Ну или наш герой вообще не вдупляет, как работают банкоматы. И просто хреначит по кнопкам на удачу, сопровождая все это вполне логичными требованиями. Дай десятку. Трубы горят, дай опохмелиться. А сейчас музыкальный номер. Нет, это еще не конец выпуска. Я просто не могу не обсудить вот это видео. Кошачий водевиль. Бедный ты кот, забинтован живот. Котик, ты такой крутой. С балкона упал и в больницу попал. Ведь ты не дружишь с головой. Птицу хотел, но поймать не сумел. Котик выжил, и уже хорошо, что выжил. А мог бы и не выжить, да? Вот ведь гребаный тролль! Как можно настолько заабьюзить Котю? Он ведь мало того, что страдает от постоперационной депрессии, так еще и вынужден выслушивать эти шутки за 300. Котик выжил, и уже хорошо, что выжил, а мог бы и не выжить, да? Да. Я просто не могу с этого взгляда. Котеич буквально прожигает своего обидчика лучами злобы и ненависти. Бедный ты кот, забинтован живот. Котик, ты такой крутой. С балкона упал. Это смешно, да? Да. Отсюда! Так что пускай чувачело потом не спрашивает, за что ему ответочка прилетит. А прилетит она непременно, уж поверьте. Jesus Christ, why? Why? Кстати, вы, может, и не обратили внимания, но наш закадровый пивун таки засветился на видео. Вот же, вот он, издеватель над котиками. Где ты ходи, сука, и оглядывайся. Так что, если вы однажды его повстречаете, то обязательно узнайте, как там здоровье коти. Он ведь все-таки... А героя следующего видео зовут Андрей. И сейчас мы станем свидетелями становления его карьеры олимпийского чемпиона. Андрюха, как всегда. Давай, Андрюх. Давай, Андрюх! Ну вы-то уже поняли, что Андрюха сейчас им покажет, кто тут батя в здании. Ох, как же сочно он в эту ноябрьскую жижу погрузился. Я ж почувствовал эту леденящую прохладу промеж булок. Аски разгон, нам... Андрюха, ну как так? Такое ощущение, что он пробел забыл нажать. А иначе, как объяснить, что он даже не попытался прыгнуть? Давай прыгай, какашка. Хотя при повторном просмотре можно заметить, что у Андрея явно какие-то беды с тормозными колодками. Он ведь грязевую борозду начал рисовать еще в полуметре от лужи. Ты тупой, реально. И все-таки что-то тут не сходится. Чувствуете, да? Поэтому мы привлекли канадских ученых, которые пересмотрели этот видос 1000 раз, и им удалось установить причину Андрюхиного фейла. Вот он. Вот он, корень зла. Ты не пройдешь. Как видите, у Андрея не было шансов выйти сухим из этой истории. И осознание этого и стало причиной его экстренного торможения. Ну и порча штанов. За 40 гривен штаны! Аптека — это не только место извечного побоища с бабулями за место в очереди. При помощи должной сноровки и грамотно подобранных слов там вполне возможно обзавестись новыми друзьями и даже чем-то большим. Святая женщина! Вам купить боярышник? Хотите? Да. Прикупить? А дадите боярышник нам? Дадите? Боярышник? Да, я угощаю. Сегодня гуляем на мои, да? Поставьте класс. Эх, какая женщина! Мужика аж дух перехватило, и до конца видоса он сумел членораздельно только одно слово сказать. Вам купить боярышник? Хотите? А между тем, все это дело попахивает женским шовинизмом. Ну да, мужик с фингалом в рванье и выглядит как последний бомж. И что? Может, он в аптеку за витаминкой зашел, а она ему сразу... Я угощаю. Сегодня гуляем на мои, да? Ну что, он дурак, что ли, отказываться? А мужик, вполне возможно, с чистого листа пытался жизнь начать. Уже второй месяц сухим ходит. Вернее, ходил. Теперь-то уже понятно. Все старания коту под хвост. Вы платите за домашний телефон? Мы не платим, мы пьем. Мы пьем, выйдем. Хотя нотка искренности все же чувствуется в голосе операторши. Но реально ведь хорошее дело совершить пыталась. А дадите боярышник нам? Дадите? Да, я угощаю. Сегодня гуляем на мои, да? Какие вы молодцы! Или мужик вот прям очень ей понравился, и все это станет началом большой любовной истории. Нам сегодня 2,5 года. Есть люди, которые к 30 годам не научились завязывать шнурки. Есть те, кто не научился готовить. Но пальма первенства среди всех недоучек определенно достается вот этому мужику. Базовый навык!
Чувак, блин, что ты творишь? Ну как можно с такой элементарной задачей обосраться? Берешь трубочку, вставляешь в межзубное пространство и начинаешь... Да кто угодно с этой задачей справиться может. Даже кот. А что, так можно было, что ли? Так нет же, надо было на весь мир баснословно залошить. Чтобы об этом случае еще потомки легенды слагали. Опять ничего не получается. И так тоже получается. Хорошо, хоть у него в конце нервы не выдержали, а то так бы и умер от жажды. Пошло все сколько можно. И знаете, что самое страшное в этой истории? Мужик умудрился дожить до взрослых лет, но ни разу в жизни не пил сок из трубочки. Это печально. Зато прикиньте, сколько еще дивных открытий ему предстоит сделать в этом мире. Две? Офигеть, сёмски. Носить крутые шмотки – это, конечно, здорово. Но согласитесь, в разы приятнее это делать, если при этом окружающие осыпают тебя комплиментами. Совсем как вот этого мужика. Полиция моды. 21 век. Вот такие мужики на Мурыновке ходят. What do you want from me right now? Вообще молодец. Ну, пасаран. Жена ли его подогнала, да? Да. Серьезно, да? Молодец, мужик, вообще молодец. Вот такие мужики на Мурыновке честно двигаются. Да у нас тут главный претендент на звание топового модника в Мурыновке. Оператор аж засмущал беднягу своими лестными комментариями. Ай-яй-яй, что за прикидончик? Ничего себе, малеха. Хотя, может, и не засмущал. Я вообще не уверен, что этот мурыновский Ален Делон понимает по-русски. Вы, блин, слышали его чистейшую англосаксонскую речь? What do you want from me right now? Невероятно. Он знает английский? Вообще молодец. Да там полдвора на этого иностранца посмотреть собралось. Который, между прочим, не побрезговал пару русских слов выучить. Ну, пасаран. Жена ли его подогнала, да? Да. Серьезно, да? Да, серьезно. Ты не верил. А знаете, почему он с доводом про жену так быстро согласился? Не хочет выдавать своего личного кутюрье. А иначе кто угодно на Мурыновке будет ходить в таких вот охренительных штанах. Зубенко Михаил Петрович. Главное только, чтобы он пыл поубавил в своих одежных экспериментах. А то того, глядишь, нарвется на полицию моды. Почему в таком виде ходите? Понравилось. В смысле? Вы не традиционной ориентации, что ли? А сейчас речь пойдет про дрессировку собак. В принципе, ничего более умного на эту тему я сказать не смогу, поэтому просто включу вам следующее видео. Собака блевака. Раз, два. Молодец! Ты такая умная собака! Блин, да он как ксеноморф кислотой в хозяйку выстрелил. Ой, как сомневаюсь, что после подобного можно выжить. Собака! Чувак, это похороны. Ну а если это всего лишь поблевушки, то тоже неприятно. Во-первых, потому что... Это мерзость. А во-вторых, очевидно, что подобным действием пёсель хотел сообщить, что его уже тошнит от всех этих дебильных тренировок. Сука драный, каждый день одно и то же. Знаете, что самое странное? Мне кажется, Собакин даже не обратил внимания на то, что только что изрыгнул свой обед. Он просто пустил фонтанчик и был таков. Я не скрываю, мне все об этом знают. Поэтому я делаю предположение, что он принадлежит особо редкой породе под названием собак. Ты втираешь мне какую-то дичь. Да блин, я серьезно, такие существуют. И боже упаси вас завести подобную. Одни люди обожают деньги, другие любят путешествовать. А вот этот чувак жить не может без сыра. Правда, чтобы его увидеть, вам придется набраться терпения. Проникновение со взломом. И? В деликатесе у нас спит пассажир. Холодильники. Ух ты ж, ни хрена он себе там сырный мавзолей устроил. Да даже Рокфор из Чип и Дейла о подобном и мечтать не мог. Герман, это не ваша кровать, вы хотя бы на полу прилягте, пока. Вы просто представьте настойчивость этого рецидивиста. Он расхреначил двойное стекло, разорвал металлический ролет, прополз под ним, как Рэмбо, перепрыгнул через прилавок, и все ради чего? Наелся и спит. Но больше всего я не догоняю, почему он решил спать именно в холодильнике. Чувак, это не криогенная камера. За сожранный сыр все равно придется платить. Плохо, жаль. Ну ладно. Главное, чтобы он туда постпохмельных шептунов не напускал. А то, сами понимаете, вряд ли его лежанка в утиль отправится. И, скорее всего, сыр таки останется на прилавке в ожидании покупателей. Не хочешь ли ты попробовать новый сыр? Как он тебе? Как ты думаешь? Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр. Впереди вас ждет охренительный музыкальный номер. Это был Плюс 100-500. Меня зовут Максим. Пока!
I said I wanted a shibby that baby. Oh, I feel it creeping as I'm sitting my shadow. Water's up up in my lullaby, the lotto. Baby, no to my place, intoxicate my table. If I sublip when you're over, we smack, you must be smack that. All of my blows, smack that. You need some more, smack that. Do you get so smack that? Oh, smack that. All of my flows, my dad. Can you some more, my dad? Do you get so, my dad? Oh, I broke down, wanted them to crack now. Woman in the bar, full of my clothes in the rat now. I'm at the haunted track now. Money in the bar, full of my balls in the rat now. I feel it so, it crack now. Ooh, I feel it.